стоило, стоило. Правда, надо было иметь железные нервы команде Сергея Анатольевича. Но все жильцы довольны. Вы знаете, улыбаются, говорят, наконец-то, за 3 года у нас будет дорога. Только начали делать, а уже двор преобразился. Мы его озеленим, у нас он будет очень хороший двор. Вообще, спасибо команде Минько. Мы очень довольны. Вы знаете, и подъезд нам отремонтировали. А вот наша активистка, вообще, Евгения Дмитриевна, вы довольны? Довольны.